В Чебоксарах началась масштабная кампания по ремонту дорог. Работу подрядчиков сегодня проинспектировал глава администрации города. Алексей Ладыков объехал улицы, где асфальт не меняли долгие годы. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. По этой дороге водители с начала года передвигаются словно по минному полю. Растаял снег, а вместе с ним и асфальт. Образовались глубокие ямы. Капитальный ремонт начался недавно. Дорожное полотно пришлось менять полностью. Работа на сегодняшний день выполнена. Это разборка бордюрного камня, фрезерование, горячая регенерация и уложен верхний слой покрытия марки B1. На данный момент производим укладку асфальта бетона на съездах. Остается у нас сопряжение на тротуарах, приведение, значит, газона в порядок. Инновационные методы применяют и при капитальном ремонте дороги по улице Шумилова. Здесь укладывают сразу два слоя асфальта, щебня и битума. Такому полотну капризы погоды не страшны. Продолжится дольше и гарантийные обязательства, и колейность меньше будет, потому что мы усиливаем тем самым основание, а дорога без основания он не будет держаться. Дорога по улице Калинина, уверяют подрядчики, выдержит даже аномальные морозы. Прочность трассы повысит специальный материал из битума и полимеров. Битум становится более эластичным, более устойчивым к морозам, хрупкости будет меньше, и более вот, служить будет дольше. Гарантия 4 года. В этом году в Чебоксарах намерены отремонтировать 16 участков дорог. На инновационные методы делают ставку большинство подрядчиков. Алексей Ладыков потребовал строго контролировать качество материалов и соблюдение технологий. Контролируем входной материал на базах, где производится асфальт. Контролируем соблюдение технологии на месте производства работ. И сегодня мы выехали для того, чтобы посмотреть, как осуществляется входной контроль на объектах. На каждом участке провели исследование и после этого определили рецепт производства дороги. Наиболее применимый для того или иного участка. Работу подрядчиков контролируют аккредитованные инспекторы. На объектах они дежурят круглые сутки. В их арсенале специальные приборы. Вот этот прибор позволяет нам контролировать. Температура должна быть не менее 110 градусов. Вот сейчас они установили термометр. Сколько градусов показывает? 145. 145 градусов. То есть температура соответствует. Сити-менеджер потребовал учесть и пожелания горожан. Вместе с жителями необходимо решить, где установить дорожные знаки и искусственные неровности на отремонтированных участках. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.